Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом. Телеведущие выдали свидетельство о расторжении брака. Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон. Ксения Собчак уже оплатила госпошлину в размере 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака. Информация о том, что чета решила помириться и снова живет вместе, не подтвердилась. «Я официально разведена», – заявила Собчак в программе «Ты не поверишь». Ксения и Максим расстались без громких скандалов, сопровождающихся публичным дележом имущества. Экс-супруг сможет свободно встречаться с сыном. Судя по всему, Собчак не станет этому препятствовать. Звезда много работает и доверяет бывшему мужу воспитание мальчика. За последние дни Собчак успела побывать на Кипре, поприсутствовать на презентации нового клипа Ольги Бузовой, а 7 июня провести культовую премию Муз-ТВ. За вечер Ксения переодевалась трижды. Для встречи гостей в праздничной церемонии Ксения выбрала нежно-голубое платье. Потом сменила его на белое платье-пиджак. Объявляла номинантов звезда на сцене ДС Мегаспорт. Для этого Ксения Собчак надела ретро-платье лососевого цвета. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!